В Западно-Казахстанской области обнаружены туши 372 сайгаков. Три самца и неразродившиеся самки погибли в оросительном канале, где, по мнению экспертов, животные собрались для окота. По словам специалистов территориальной инспекции, в канале могла накопиться дождевая вода, послужившая проводником тока при разряде молнии. Сейчас туши животных собирают для утилизации. Патологические пробы направлены на исследование в столичной лаборатории. ЧП произошло на территории Таловского сельского округа Жанибекского района. Обследование туш, обнаружены следы ожогов на тушах животных. И есть одна из основных версий, что гибель сайгаков послужила разряд молнии. Ну, такие случаи были, но малочисленные. Ну, это большое количество из-за того, что я в этой местности большая концентрация сайгаков находилась. Там 200-300 тысяч голов, там, потому что места окота, это в Жанибекском районе проходят.